Что-то у меня здесь мигает. Коллеги, всех приветствую. Всем доброе утро. У нас уже день в Казахстане, поэтому кто у нас с России, у кого, так скажем, часовой пояс разный, всем доброго дня, независимо, что это утро, вечер. У нас это день, 12 часов. Дайте обратную связь, пожалуйста, как меня слышно, все ли хорошо. Так, дайте обратную связь, коллеги. Продуктивного понедельника и вам всем всех приветствую. Пока ждем подключения. Атарау на связи, всем здравствуйте, коллеги. Так, опечатка в названии эфира. Сейчас будем смотреть. Секундочку, все слышно, это отлично. Вросший гость у меня здесь записан, да? Так, давайте, наверное, я сейчас переподключусь, чтобы у нас все было идеально, потому что вросший гость у нас не пойдет. Все-таки это вросший ноготь. Переподключусь, изменю, либо, мне кажется, можно потом будет изменить. Не критично, да, я так думаю? Так, ну я думаю, что название у нас не критично, поэтому, наверное, не будем терять время, а сразу же начнем обсуждение. Меня слышно хорошо, меня видно хорошо, это радует. Давайте небольшой опрос, пока я буду представляться. Поделитесь, пожалуйста, коллеги, своим, так скажем, опытом и есть ли опыт в работе с детьми, чтобы я понимала, что да как, с чем работать. Касаемо вопросов, давайте так, расскажу свою тему, расскажу пути решения, расскажу все на своем опыте, и уже потом мы будем с вами, оставлю немножечко времени для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Комментарии отключу пока для того, чтобы не мешать. Ну, либо давайте так, комментарии отключать не буду, все будем по ходу дела разбираться с вами. Напишите, так, опыта пока нет, но очень интересно знать, чтобы понимать, чем помочь. Отлично, с младенцами нет. Кто такие у нас младенцы? Да, младенцы это только что родившиеся люди, человеки, и до 3 месяцев, если я не ошибаюсь, до месяца даже, да, вот сейчас вспоминаю, эта категория людей называются младенцами. Так, ну что, коллеги, всех приветствую, всем здравствуйте. Меня зовут Байконова Даурия, я являюсь руководителем педагогического центра в городе Караганда, Казахстан. Землякам всем большой привет, со всеми очень рада познакомиться, хоть и, так скажем, заочно, да. Я являюсь руководителем, я являюсь практикующим специалистом-подологом, также я являюсь инструктором по повышению квалификации для действующих специалистов, и также я являюсь спикером подологических конгрессов. А на сегодняшний день опыт в подологии у меня составляет 4,5 года, а опыт в медицине я еще и в прошлом медицинский работник, ассистент хирурга, операционная сестра, у меня составляет 10 лет медицинской практики, так скажем. Почему «Вросший ноготь» — эта тема выбрана мной? Потому что начинала я свою деятельность именно с областной детской больницы. И тема у нас сегодня «Вросший ноготь у младенцев. Решение, задачи, пути». Так скажем, будем с вами разбирать, что это же за зверь, почему так происходит именно с маленькими детьми,
как с этим бороться и как объяснять родителям, что это на самом деле все очень серьезно. И самое главное, наверное, как не бояться работать с маленькими детьми. Потому что, ну, категория маленьких детей, конечно, она у нас очень особенная. Я очень люблю эту категорию. И поэтому постараюсь донести все на своем примере. И, наверное, вдохновлю вас работать с маленькими детьми. Почему? Потому что это классно на самом деле. Итак, брошен ноготь. Что такое брошен ноготь? Что такое брошен ноготь? Онихокриптоз по-научному. Брошен ноготь – это воспалительный процесс, это врастание ногтей в мягкие ткани. Сопровождается болью, отеком и различными патологиями, если не лечить вначале. В большей степени брошен ноготь поражает именно большой сустав. Почему? Потому что именно большой сустав, большой палец ноги у нас подвергается механическому трению и давлению со стороны внешних факторов больше всего, нежели остальные. Доброе утро! У меня на сегодняшний момент 3 пациентов до 3 лет. Ну вот, теперь будем с вами сейчас разбираться. Возможно, у вас есть какие-то затыки, да, в работе с такими клиентами. Итак, брошен ноготь – это у нас частая проблема на сегодняшний день. И частая проблема, она не только у взрослых людей, да, но и у маленьких. Если взрослые люди сами себе могут эти проблемы создать, человек сам себе может создать эти проблемы, то у маленьких детей категория причин совсем другая. Брошен ноготь у новорожденного – это совсем другая получается категория. И, как показывает статистика, именно на сегодняшний день, если раньше это, так скажем, не особо было распространено, то на сегодняшний день очень часто брошен ноготь у младенцев бывает. С чем это связано? Сейчас мы будем с вами разбираться. Допустим, смотрите, если вы брошен ноготь у взрослых, здесь могут быть причины и грибковые поражения, и неправильная гигиена, и человек сам себе создает проблему, вырезая углы, да? Это ношение неудобной обуви, это неправильная гигиена ногтей и в целом со стопы, то у маленьких же детей причины возникновения вросших, деформированных ногтей могут быть совершенно другие. Итак, давайте разбираться. Причины. Здесь я для себя немножечко выявила, для того, чтобы максимально комфортно вам все донести, дать. В основном вырастание появляется у детей, у маленьких детей, кто генетически к этому расположен. То есть это наследственная предрасположенность, генетическая предрасположенность и к этому недугу. Но также здесь у маленьких детей может быть и грибковое поражение. Но опять же, это не про те грибы, которые мы с вами привыкли говорить, трихофитоны, дерматофиты, нет. Это скорее всего про дрожжевые грибы. Как же заражается маленький ребенок, младенец, который еще не успел родиться на свет, именно дрожжевыми грибами? Во-первых, в утробе, раз. Во-вторых, через прохождение родовых путей. То есть, если мама носитель грибковой инфекции дрожжевой, то здесь ребенок вполне может заразиться. И, соответственно, в дальнейшем это повлияет на состояние его кожи, на состояние его ногтей. То есть, здесь именно инфекция дрожжевая имеет место быть. Также причинами врастания ногтей у младенцев могут быть рожденная патология ногтей, слаборазвитая костная система. То есть имейте в виду, если ребенок уже в утробе недостаточно получает витаминов, недостаточно получает кальция, то он будет уже, соответственно, рожден с патологией костно-суставной системы. А тонкие кости, хрупкие ногти. Это, так скажем, правило, это не нами придумано, это у нас врачи, коллеги этим рекомендуют.
классифицируются, так скажем, это вросшие... Господи. Прошли мимо тут меня, все, меня уже выбили из колеи, запуталась. Тонкие кости, хрупкие кости, тонкие ногти. То есть это наши рахиты. Если ребенок болеет рахитом, это недостаток витамина D, соответственно, и структура кожи, и структура ногтей будет очень тонкая. И, соответственно, здесь риск того, что будет деформация ногтевой пластины, и риск возникновения вросших ногтей будет увеличен. Почему так происходит? Потому что ногти очень-очень тонкие, а кожа, получается, над ногтем, она такая, знаете, пухлая. Я думаю, что все из вас видели когда-то младенцев, то есть у них и ручки, и ножки, они очень пухленькие. И, соответственно, когда у нас формируется ногтевая пластина, она не может перескочить через этот барьер, через вот эту вот припухлость. И когда ногтевая пластинка еще не сформировалась, соответственно, начинает прорезать мягкие ткани, и начинается деформация, и начинаются воспалительные процессы. Вот. Поэтому здесь, опять же, недостаток кальция во время беременности, недостаток витаминов, витамина D, все это приводит к тому, что ребенок может родиться уже с патологией ногтей. Травмирование ногтей – следующая причина. Использование толстых ножниц во время гигиены. То есть все мы привыкли, многие родители даже не подозревают тот факт, что ножницы свои должны быть у малыша. Многие родители пользуются ножницами, которые пользовались сами, вся семья, папа, мама, да, и этими же ножницами они начинают подстригать ногти малышу. Соответственно, когда вы начинаете обрезать тонкие, совершенно тонкие ногти толстыми ножницами, риск травмирования, риск того, что можно все это, опять же, вырезать так вплотную, очень возрастает, и, соответственно, тоже может быть причиной врастания и деформации ногтей. Поэтому здесь сразу же учитывайте тот факт, можете спросить у родителей, чем стрижете ногти малышу. Да, это обязательно. Почему? Потому что многие родители, казалось бы, да, но это же элементарно, уже и продают детские ножницы, и в аптечке роженицы дают, да, эти детские ножницы. Но бывает, что родители не знают, поэтому обязательно этот факт им расскажите. Нехватка витамина в организме, это я вам уже сказала, плоскостопие или иные деформации. Но здесь уже идет о более таком не младенческом возрасте, а так скажем, просто у детей, да, то есть если у детей, мы здесь немножко еще и поговорим про не только про младенцев, но и в целом про детей, почему у них вырастает. То есть плоскостопие, различные деформации опорно-двигательного аппарата, это все приводит к тому, что опять же может деформироваться и вырастать ногтевая пластина. Я сейчас в дальнейшем покажу вам случай именно про деформацию стопы, и я вам покажу случай, как мы вывели ногтевую пластину у ребенка с ДЦП. Вот. Так, поговорили немножко. Сейчас вот читаю ваши вопросы. Ага. Так, забыла сказать. Касаемо эфира, пожалуйста, прослушайте все. Эфир будет доступен только тем, кто выполнил все условия марафона. То есть важно подписаться на 52 человека, то есть там и спонсоры, и спикеры. Важно подписаться на всех, оставлять комментарии, лайки, отзывы для того, чтобы вам доступен был эфир. Эфир будет сохраняться в другом аккаунте, и, соответственно, он вам будет доступен, если вы выполните все условия. Обязательная подписка на 52 аккаунта. Что касается сертификатов, если вы хотите получить сертификат на двух языках, на русском и на английском, нужно выполнить домашнее задание. То есть нужно будет отправить мне на этот эфир развернутый отзыв, то есть в директ вы мне отправляете, мой ник podonailkrg. Он есть, кстати, в актуальном, он есть ниже в ленте.
Соответственно, мне в директ отправляете развернутый отзыв по прямому эфиру, что вы нового узнали, чем я вам смогла помочь, какие вопросы у вас остались, и тогда вы будете получать сертификаты. Но это не только про мой эфир, да, это все те эфиры, которые вы просмотрите. Обязательно. Обязательно выполняйте, пишите отзывы, но не так, знаете, как девочки, не так, и мальчики, что «доброе утро, спасибо, эфир был полезен». Нет, это делается для того, чтобы вы развернули прям свой отзыв, для того, чтобы в дальнейшем, если есть какие-то недочеты или вы что-то, допустим, не узнали, мы могли бы дальше скомпоновать и еще быть полезнее вам. Поэтому, пожалуйста, пишите развернутые эфиры. Угу. Вот, домашнее задание я вам сказала, про сертификаты я вам сказала, поэтому прекрасно есть возможность их получить. Итак, давайте перейдем к следующим стадии и симптомы заболевания, да. Проявление онихокриптоза у детей, я буду говорить просто, да, в рожь и ноготь, дифференцировать очень сложно, даже в том случае, потому что ребенок не жалуется, да, он не может сказать о том, что у него болит, и, соответственно, бывают родители очень часто не обращают на это внимания, потому что ребенок только-только родился, в принципе, кожа у него сама по себе покрасневшая, у кого-то это может быть физиологическая желтушка, да, желтая. И, соответственно, мама, она не может обратить внимание на то, что вдруг там с того ни сего появилось покраснение. Поэтому очень часто родители упускают этот момент и не видят, что происходит с ногтем. Ну и потом во многих, так скажем, странах до 40 дней ребенка не купают, да? Ой, до 40 дней ребенка купают, и, соответственно, когда происходит процесс омовения, бывает так, что ногтевая пластина немножечко смягчается и, соответственно, не так сильно проявляется. Поэтому, опять же, здесь очень сложно будет дифференцировать и к тому, что еще и ребенок не говорит. Поэтому обязательно осмотр каждый вечер, дифференцировать в принципе можно. Что появляется? При первой стадии, то есть мы сейчас разбираем рожь и ноготь стадии, да, он разделяется на 4 стадии. Первая стадия – это покраснение вокруг ногтя, припухлость и легкий дискомфорт. То есть, опять же, про легкий дискомфорт вам здесь никто ничего не скажет, потому что ребенок маленький. Он, в принципе, плачет по каждому поводу, да, и мы здесь не сможем дифференцировать, плачет ли он от боли, от вросшего ногтя, либо плачет он то, что у него колики там или еще что-либо. Здесь это легкий дискомфорт, это, соответственно, не дифференциация. Когда мы уже не обращаем внимания на первую стадию, вросший сегмент переходит во вторую стадию, и здесь уже часть ногтя начинает врезаться в кожу, тем самым возникает отек. Третья стадия. Помимо боли в очаге воспаления появляются гнойные выделения. То есть боль здесь уже может усиливаться, и, соответственно, здесь ребенок уже может предъявлять жалобы. Как маленький ребенок предъявляет жалобы? То есть он начинает быть беспокойным, он начинает чаще плакать, повышается, даже может повыситься местная температура. И также может повыситься общая температура тела. То есть здесь даже при соприкосновении, допустим, с зоной дискомфорта, ребенок начинает отдергивать ножку. То есть это уже говорит о том, что она приносит ему боль. То есть это уже когда мы перешли к третьей стадии. Да? Даже при купании, когда волей-неволей коснешься ноги, либо руки, да, то есть вросший ноготь может быть и у детей на руках, не только на ногах, то здесь начинается сразу крик, плач и отдергивание. И, соответственно, четвертая стадия, когда у нас идет уже гипергрануляция мягких тканей, или, как мы еще это любим называть, дикое мясо, да, то есть когда нарастает вот такой вот слой мяса, и, соответственно, здесь уже начинаются конкретные проблемы, здесь уже, наконец-то, родители начинают что-то замечать и начинают бить тревогу. Сейчас прикреплю фотографии, как это может выглядеть, чтобы вы понимали. Чтобы посмотреть.
Вот, посмотрите. Здесь о девочке. Девочку зовут Лаура. Ей было 1.5 года, когда вот такая вот ситуация произошла. То есть здесь непосредственно уже идет разрастание мягких тканей, да? То есть здесь уже идет дикое мясо. Здесь 1.5 года. Это я вам как пример показала. И здесь я все-таки еще покажу сейчас именно малышей, прям со всех малышей. Прям со всех малышей. Так, 9 месяцев. Так вот. Вот смотрим. Здесь я малышу 12 дней. То есть ему даже еще нет месяца. 12 дней. Так, повторите, пожалуйста, из-за чего у детей бывает врастание, не успела записать. Смотрите, врастания у детей могут быть, повторюсь, опять же, генетическая предрасположенность, раз. Вторая причина, это может быть грибковая инфекция, именно дрожжевая, то есть ребенок заражается им при прохождении родовых путей. Раз. Врожденная патология ногтей, травмирование, использование не детских ножниц, несвоевременный уход и нехватка витаминов. То есть это основные причины вросших ногтей у младенцев. Так, смотрим, да, здесь я малышу 12 дней. Посмотрите, пожалуйста, на фотографию. Видим, да, что здесь вокруг идет уже такая опрелость кожи. Не уже идет, а точнее, она еще не прошла. Ребенок только-только родился. Здесь я мамочка, она, конечно, сразу заметила, что что-то с ногтями не так. Что же случилось? Почему же так происходит? Ребенок только родился, он не носит никакую обувь. Он не носит, соответственно, он не нет, прошу прощения, он не травмировал ногтевые пластины, да, потому что он еще не ходит, он только-только появился на свет, а уже такая проблема. То есть патологический, генетический предрасположенность есть. Тут мамочка поделилась, что у папы ногти постоянно врастают, и он их вырезает. Но опять же, это же не так, что вот у папы такая проблема и будет 100% у детей. Она может быть генетически предрасположена быть к дальнейшему, но здесь я больше, наверное, нужно говорить о том, что неправильный уход. То есть, да, если я генетически предрасположена к тому, что у меня будет вырастать, но это же не говорит о том, что у меня будет 100%, да, вырастать. Если я буду правильно ухаживать за ногтевой пластиной, у меня будет все отлично. 12 дней обратились к хирургу. Хирург хотел делать резекцию. Мамочка не согласилась, начала искать в интернете пути решения и обратилась к нам в центр. Сейчас чуть-чуть попозже обязательно покажу вам динамику на сегодняшний день. Здесь ребенку 12 дней, и сегодня мы отпустили их домой, прошло 14 дней, то есть 2 недели прошло с момента. Давайте, наверное, сразу покажу, да, вам, как это все произошло. Какой у нас на сегодняшний день результат? Вот смотрите, на сегодняшний день результат такой. Вот такой у нас на сегодняшний день результат. Первое фото было 14 дней назад. И второе фото на сегодняшний день. Что конкретно было сделано, сейчас мы вам все расскажем. Последствия, проблемы и ответственность. Что необходимо сделать родителям в таком случае, когда вы увидели вросший ноготь, когда вы увидели деформацию, когда вы увидели какой-то воспалительный процесс? Что нужно сделать родителю в первую очередь? Как правильно донести информацию, опять же, до родителя, что это все на самом деле очень серьезно? Необходимо своевременно обратиться к подологу, либо к врачу, если вдруг в вашем регионе нету подологов, чтобы не усугубить ситуацию, чтобы не довести до осложнений. Почему говорю про осложнения? Я еще вам выберу этот объект обязательно. Но сейчас хочу, чтобы вы еще посмотрели вот такие фотографии, чтобы вы правильно смогли донести
до людей, до родителей, что это все на самом деле очень серьезно. Так, вот так вот. Вот, супер картинка. Как вы думаете, какие здесь могут быть осложнения? Здесь я малышу 11 месяцев. Проблема началась, так скажем, с 4-месячного возраста. Они то проходила проблема, то опять появлялась, то они обращались к хирургам, там им делали резекцию. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, дайте обратную связь, как здесь может дальше повлиять на общее состояние здоровья? Смотрите, немножечко расскажу про этот случай. А малышу 11 месяцев. Заражение, ампутация. Да, все верно. Малышу 11 месяцев. Проблемы начались с 4-месячного возраста, как мама отмечает, да, но она уже конкретно просто не помнит. Обратились к нам уже почему? Потому что нету терапии должной. Обращались к различным врачам, но нету у них динамики, они уже просто опустили руки и не знали, что делать. Обращались к врачам, делалась здесь резекция ногтевых пластин, но ситуация через какое-то время возвращалась вновь и вновь. Здесь мы видим уже дикое мясо, здесь мы видим хороший воспалительный процесс, здесь мы видим присоединение вторичной инфекции. То есть, если здесь вовремя не обратиться к специалистам и ничего с этим не делать, то у детей инфекции различные, да, они очень быстро протекают, то есть вплоть до остеомиелита, ампутаций, заражения крови, сепсиса, да. Это все может развиться в детском организме очень и очень быстро. Особенно у детей, у которых ослаблен иммунитет и, соответственно, у которых есть сахарный диабет. Как вы с этим справились? Что вы делали? Сейчас все расскажу, девочки, коллеги, не торопитесь, пожалуйста. Так, итак, последствия проблемы, ответственность. Про последствия я вам сказала. То есть, если сейчас не обратить внимание на данную патологию, то здесь может быть заражение крови, раз остеомиелит, соответственно, хронический воспалительный процесс, соответственно, ампутация сустава. И если у детей еще присутствует сахарный диабет, то, соответственно, все это может повернуться не совсем хорошую сторону. Поэтому, если мы видим хоть малейший какой-то воспалительный процесс, мы же сразу же обращаемся либо к подологу, либо к врачу, если нет подолога. И это мы должны объяснить родителям. Пришли к вам на прием, если вы компетентны работать с такими ногтями, да, то есть вы должны объяснять, какие могут быть последствия. Потому что бывают родители, они неграмотные, бывают, к сожалению, да, и, соответственно, именно от вас должна исходить та информация, что это все очень и очень серьезно. Итак, мы плавно перешли к лечению. Какого вообще лечения вросших ногтей у детей? Сейчас покажу, как мы справились с данной проблемой. Пока задавайте вопросы, давайте пока немножечко с вами поговорим. Какие у вас вопросы касаемо данного случая? Пока вам выбираю фотографию. Вот, пожалуйста, сейчас будем разбирать тогда этот случай. На примере этого случая мы сейчас с вами и разберем, в принципе. Смотрите, это его вторая ножка. То есть не только был один сустав поражен, здесь было два сустава поражены, два вросших ногтя. То есть проблема еще больше усилилась тем, что когда, ладно, один, а тут еще и два. То есть здесь, соответственно, какие были жалобы у ребенка? Здесь уже была и местная температура, и общая температура. Ребенок был очень и очень беспокойный.
Он жаловался. И, конечно же, родители сначала пошли к хирургам, они хотели все как, ну, казалось бы, да, мы хотим как лучше, а получается, как всегда. Была резекция ногтевой пластины, она не дала никаких результатов. И сейчас, опять же, на примере данного случая мы с вами поговорим о лечении. То есть, если раньше вросшие ногти лечили хирургическим путем, то сейчас этот метод себя зарекомендовал как неэффективным. Почему? Потому что в 99% случаев есть риск возникновения рецидива. Это раз. И второй путь, почему этот метод себя показал неэффективным, потому что очень много времени именно идет на, соответственно, заживление раны и на реабилитацию. Соответственно, тоже не есть хорошо касаемо вообще всех процедур. То есть реабилитация по вросшему ногтю, это постоянно делать перевязки, постоянно ощущать болевые ощущения. Соответственно, это не всегда удобно и не всегда хорошо касаемо не только взрослых, но и маленьких детей. Да? Поэтому хирургический путь на сегодняшний день, он считается неэффективным. Если есть возможность справиться консервативно, то мы справляемся с этим консервативно. Если же мы уже не можем с этим справиться, соответственно, мы подключаем врачей. То есть я не говорю о том, что сейчас хирургический метод табу. Нет. То есть мы должны дифференцировать, где мы сможем ему помочь, а где нет. Ну, на примере, допустим, моих работ, да, соответственно, мы все-таки можем попытаться это сделать. Так, лечение в кабинете подолга. Итак, давайте начнем с того, что в первую очередь, когда к вам приходит такой случай, пока сейчас прекращу публикацию. В первую очередь, когда к вам приходит такой случай, мы должны собрать полный анамнез, да? То есть обратите внимание, пожалуйста, коллеги, на тот факт, что анамнез собирать обязательно. Для чего? Для того, чтобы понимать, с чем мы будем работать, для того, чтобы понимать, какие были роды, для того, чтобы понимать, как мы дальше будем завтра направлять к узким специалистам, как мы, в принципе, сможем помочь ему помимо своей работы, да, то есть анамнез для этого и собирается, вплоть до того, какую одежду ребенок носит. Иногда родители могут быть возмущены тем, что зачем вы устроили мне тут допрос, да, но как вы себя позиционируете, соответственно, так к вам будут и родители обращаться, то есть позиционируйте себя профессионалом, так собирайте анамнез. Анамнез нужен для того, чтобы качественно оказать ему патологическую помощь. То есть собираем анамнез. Какой ребенок по счету? Раз. С какими проблемами столкнулись во время беременности? После беременности 2. Были ли, если это беременность не первая, были ли такие случаи в роду? Если это беременность не первая, были ли еще такие случаи с предыдущими детьми? Если беременность первая, да, ребенок первый, то нужно спросить, у вас нет ли каких-либо проблем, либо у папы нет ли каких-либо проблем с ногтями. Соответственно, в чем, обращая внимание, в чем ребенка принесли, в какой одежде. То есть, почему говорю про одежду? Потому что я запрещаю носить слитную одежду детям. Почему? Запишите этот момент обязательно. Потому что у детей гипертонус мышц. То есть ребенок лежит, он не лежит ровно, он не лежит там по струнке, да, у них постоянно идет гипертонус. То есть они вот так вот постоянно ножками и ручками, да, может быть, даже и замечали, у кого были маленькие дети. Дети бывают себя руками царапают, да. Непроизвольно это происходит. Почему? Потому что нервная система, мышечная система, она еще до конца не развита. И поэтому вот так вот происходит. Соответственно, на руки одевают царапки, да, а на ножки одевают носочки для того, чтобы, не дай бог, себя где-то не поцарапать. Вот из-за такого гипертонуса у детей бывают, врастают ногти. Запишите, опять же, что происходит. Когда ребенок одевает слитную одежду, и он начинает непроизвольно содрогаться, гипертонус, да, то его ногти, его, так скажем, суставы упираются
в закрытую одежду. И это не только касается слипов, это еще и касается закрытых ползунков, да. То есть ногти его упираются в ткань, и, соответственно, когда постоянно идет упор, естественно, начинается кожа, мягкая кожа начинает наваливаться на ногтевую пластину, и ногтевая пластина не в состоянии выйти, и, соответственно, начинается такая деформация своего рода. Поэтому слитную одежду исключить. Носки короткие, маленькие, с грубыми швами тоже исключить. Сразу же при того, как мы собираем анамнез, обращаем внимание, в какой одежде ребенка принесли, и, соответственно, даем себе отметку о том, что нужно будет рекомендацию по одежде рассказать. Так, мне нужно немножечко ускоряться, потому что смотрю уже на время. Итак, второй момент. Проводит патологическую обработку, осмотр. Это раз. Что значит патологическую обработку? То есть мы берем экскаватор. Он есть у нас у всех. Экскаватор, кюретка, как-то его уже называют, тампонодержатель, да. Мы берем экскаватор, проводим, осматриваем зону, соответственно, и смотрим, есть ли вырастающий сегмент. Бывает так, что вырастающего сегмента нету, а есть просто небольшая деформация, да. Соответственно, если есть вырастающий сегмент, мы делаем коррекцию вросшего ногтя. Чем мы делаем коррекцию вросшего ногтя? Кто у нас работает глазками? Есть такой патологический инструмент, как глазки. Обожаю этот инструмент, очень универсальный, очень. То есть не нужно покупать 100-500 кусачков. Соответственно, если есть глазки в кабинете у подолога, ими нужно и можно работать правильно. Смотрите, есть глазки. Делаем коррекцию вросшего ногтя именно глазками. Почему? Потому что здесь идет маленький. Я вам еще раскрою. Здесь идет маленькое полотно, и, соответственно, вы. Нет, глазки без пятки. Без пятки сразу отвечаю. Здесь идет маленькое полотно, и, соответственно, оно очень подходит для маленьких детей. Если вы не умеете работать глазками, ими нужно обязательно научиться и, соответственно, приобрести себе в кабинет. Я на сегодняшний день глазками работаю и при гигиеническом педикюре, и при работе с вросшими ногтями у взрослых. И, соответственно, это незаменимый инструмент при работе вросших ногтей у детей. Обязательно. У меня глазки Берхольд, немецкий производитель. На сегодняшний день рынок представлен широкий, поэтому выбирайте для себя. Вот и сейчас вам все покажу. Соответственно, в случае необходимости мы делаем коррекцию и, соответственно, тампонируем проблемный участок. Тампонируем. Я работаю каполином, именно толстым. Я лучше отрежу небольшой кусочек и, соответственно, нежели я возьму тонкий каполин. Тонкий каполин мне не нравится, но опять же, все идет методом проб и ошибок. Если вам нравится тонкий каполин, вы можете его использовать и тонкий каполин. Также есть лигозана. То есть, опять же, смотрите на состояние ногтей, смотрите на структуру ногтей, смотрите на возраст и, соответственно, тампонацию, тампонирование, я думаю, могут делать все. Если вас данный курс заинтересует, я сделаю его именно с моделью, то есть покажу вам, как это правильно все делать. Основные инструменты. Экскаватор, глазки, каполин. И также вы можете нарезать кусочками каполин, соответственно, он должен быть стерильный, и давать в домашний уход родителям. Для чего? Для того, чтобы они делали тампонирование сами. На сегодняшний день тампонирование – это метод номер один при лечении вросших ногтей именно у младенцев. Также вы можете приобрести вот такие вот экскаваторы и, соответственно, увеличить продажи в своем кабинете, продавать вот такой вот инструмент, каполин, в домашний уход. Но, конечно же, вы сначала должны будете обучить родителей для того, чтобы они это правильно делали. Так,
В случае необходимости в дальнейшем, конечно, если нужно, будет ставить и коррекционную систему. Но опять же, детям до 5 лет никакая коррекционная система не ставится. Об этом вам расскажет моя коллега, которая в дальнейшем будет говорить про вросшие ногти у детей постарше. Итак, и отслеживаем динамику в течение месяца, даем полную консультацию дома. Из препаратов, девочки, задавали вопрос, что я использую из препаратов. Из препаратов я использую обычный хлоргексидин. Так, каполин стерилизовать можно и в автоклаве, и можно и в сухожаре. Я использую обычный хлоргексидин, у вас это может быть и мирамистин, то есть самый минимальный, так скажем, антисептик без всяких отдушек. Также спрашиваем про наличие аллергической реакции. Бывали случаи, когда малыши давали реакцию именно на хлоргексидин. Угу. Сделали перевязку, как при вросшем ногте, хлоргексидином, сделали тампонаду. Соответственно, если есть воспалительный процесс, мы можем использовать, опять же, из препаратов. Я пользуюсь на сегодняшний день вот таким. Это антисептическое средство от компании Podiafarm. То есть здесь идет производные полимерного гуанидина, фарнизола и прополиса. Опять же, спрашиваем про наличие аллергии. Соответственно, это все под перевязку. Даем рекомендации на дом и отслеживаем каждые 3 дня. Если мама не может приезжать, значит, она делает это дома сама и, соответственно, присылает вам фото. Также очень и очень важно вот такой вот материал тейп, тейпирование. То есть на сегодняшний день я вам сейчас показывала все случаи, да, которым мы добились результата. Это тампонирование, это тейпирование. Что делает тейпирование? Она оттягивает боковые валики и дает ногтю выйти наружу. То есть, соответственно, девочки, запишите, мы делаем перевязки, мы исключаем слипы, мы исключаем короткие носочки, мы исключаем ползунки, мы исключаем любое механическое воздействие извне, мы учим тампонировать боковые валики для того, чтобы отгородить кожу от ногтя, и мы учим тейпировать. Для чего? Тейпом мы оттягиваем кожу. Без тейпа, без каполина ребенок до полного выздоровления не ходит. А если нет, бетадин можно после хлоргексидина? Да, бетадин, кстати, можно тоже использовать, но опять же спрашиваем про наличие аллергии. Девочки, мальчики, в запасе у вас должен быть хирург, с которым вы сотрудничаете. Если вы не будете справляться, если вы не видите динамику, то вы должны будете направить малыша в больницу к хирургу. И желательно, конечно, к хирургу, с которым вы сотрудничаете, чтобы объяснить, чтобы там не было полной резекции, потому что вы понимаете, да, что после полной резекции все, что произойдет с ногтем, это уже все, что угодно может быть. Поэтому, пожалуйста, заведите себе знакомство с полезным хирургом, общайтесь с ним, рассказывайте, и что вы хотите в данном случае вообще от хирурга. Да? Если вы некомпетентны, если вы не сможете справиться, направьте ребенка либо к подолгу более, так скажем, компетентному, и либо к хирургу уже. Не берите на себя на такую ответственность, девочки, не берите, потому что все очень может так произойти. Обязательно спрашиваем про наличие хронических заболеваний, в том числе и сахарный диабет. Так, йодные производные с хлоргексидином нельзя, дает реакцию. С хлоргексидином нельзя, это правильно. То есть обязательно либо хлоргексидин, либо бетадин. Итак, давайте покажу про случаи, а то мы уже сейчас немножечко не успеем. Как с этим можно бороться, да? Вот смотрим. Так. Вот смотрите, Максим 9 месяцев. У Максима врожденная патология костно-суставной системы, и, соответственно, он носил такие специальные, знаете, такую специальную ортопедическую обувь закрытую, которая непосредственно давила на ногтевое ложе, и, соответственно, начинался воспалительный процесс. Вот, посмотрите.
Здесь, конечно, мы дали Максиму рекомендации по тому, как тейпировать, как оттягивать боковое ложе. Мы дали рекомендации по тейпированию. Мы ему продали в домашний уход каполин. Мы ему продали в домашний уход экскаватор. Мы научили его правильно оттягивать боковой валик. И, соответственно, на сегодняшний день у Максима вот такая динамика. У Максима сейчас все хорошо, мы уже давно его отпустили. То есть здесь он даже просто буквально, наверное, ну, недельки две тоже у нас был. Вот так сейчас у Максима все. У Максима все отлично. Самое главное — научить родителя, и самое главное — правильно объяснять, и самое, наверное, главное — научить в дальнейшем ухаживать правильно за ногтями. И сейчас сразу же вам покажу про двухнедельный. Я смотрю, вас очень заинтересовал этот случай. Вот так вот еще попросили мне показать. Так, вот так вот. Здесь нам потребовалось 2 месяца, чтобы восстановить вот этот вот ноготь. 2 месяца, каждые 3 дня сначала ребенок приезжал, потом каждую неделю приезжал, потом раз в 2 недели приезжал. И, соответственно, сейчас он уже не приезжает, потому что мы ногтевую пластину восстановили. Восстановили мы благодаря тейпированию, благодаря каполину, благодаря правильным рекомендациям на дом, благодаря правильным рекомендациям и, соответственно, разговору постоянно с родителями. В этом случае зачистка никак не происходит. В этом случае вы делаете постоянно перевязки, и, соответственно, как я уже объяснила, что это вы собираете анамнез, проводите патологическую обработку, делаете, в данном случае делаете коррекцию вросших сегментов и, соответственно, даете рекомендацию по раневому процессу. Я думаю, что вы все работаете с раневым процессом. У вас у всех есть какие-то любимые средства. Но опять же, все эти средства, половина из этих средств нельзя использовать для детей. Почему? Потому что могут быть аллергические реакции, девочки. Я вам уже показала, что мы используем. Это самое минимальное. Мирамистин, хлоргексидин, средства для обработки вросших ногтей. Если этого в наличии нету, вы можете из домашних средств, аптечных средств посоветовать это либо левомиколь, либо это цинковая мазь, чтобы она немножечко подсушила. Опять же, на разном этапе воспалительного процесса, раневого процесса. Солевые ванночки можно детям, да, но опять же контролируем температуру, объясняем родителям. Гипергрануляцию у младенца, если у вас нет медицинского образования, если вы не врач-хирург, то лучше этого делать не стоит. Вы можете немножечко почистить, если сама ткань отслаивается. Мы так плавно перешли к вопросам, да? Баниоцин можно, квасцы не рекомендую. Мазь баниоцин можно либо порошок, либо саму мазь. Так, давайте быстро расскажу про профилактику, да? В данном случае я вела раневой процесс так, то есть здесь были назначены солевые ванночки из разряда 4 столовых ложек соли на 1 литр воды, вода должна быть теплая. Промывать все хорошенько обильно хлоргексидином. Сначала промываем обильно хлоргексидином, затем сажаем ребенка в солевую ванночку 5-7 минут, затем после опять промываем раствором хлоргексидина, делаем тампонаду, и если это мазь баниоцин, прикладываем мазь баниоцин. Делаем тампонаду, и когда вот эта вот часть немножечко подзаживет, точнее она начинает подсыхать, мы начинаем тейпирование, то есть мы оттягиваем боковые валики. Это нужно объяснять родителям, это нужно говорить, чтобы они делали это постоянно. Почему, девочки? Потому что он к вам пришел и он ушел, а то, что дальше с ним происходит, это непосредственно зона для родителей. Вы там ничего не сможете сделать. Ваша задача, главное, правильно объяснить, как тейпировать и в чем важность его. Квасцы нельзя. Квасцы я не использую. Итак, профилактика. Чтобы не допустить врастания, необходимо
ногти стричь по форме ногтевого ложа, раз, своевременно лечить гипергидроз, если это взрослый ребенок, два, носить комфортно чулочно-носочные изделия, это я вам сказала, то есть если это носки, они должны быть большие, они не должны быть в натяжке, и они должны быть швами наружу, если там очень грубый шов. Убираем все слипы, убираем ползунки, убираем колготки, пока не решим проблему. Угу. И если это ребенок старше 7 лет, то здесь можно подпиливать ногти. Именно подпиливать. То есть есть категория мам, которые говорят, ну я не умею ему стричь, у него ломаются. Берите пилку, пилите. Угу. Но пилка должна быть, опять же, индивидуальная. Агросульфан нет, к сожалению, не использую. Девочки, я на самом деле очень мало средств использую. Почему? Потому что я не люблю, когда у меня захламлен кабинет, я не люблю все эти различные средства, и я не хочу изучать их состав. Для себя я выявила просто какие-то препараты, которые на самом деле сегодня работают, они бюджетные, раз, они работают, и они минимально аллергичны. Поэтому для меня на сегодняшний день куча непонятной космецевтики, это не про меня, а особенно в работе с детьми. С какого возраста вы начинаете рекомендовать спрей от потливости ног от Подиафарм? От Подиафарм можно в подростковом возрасте, от 10 лет. То есть, опять же, от Подиафарм от 10, от 15 лет, но есть еще и линейка детская от Акилайн, есть линейка детская от Гиволь, то есть здесь можно поискать и, соответственно, себе в продукцию что-то взять. С какой регулярностью просить приходить на перевязку и осмотр? Так, в данном случае они приходили ко мне каждые 3 дня. Если мама сама не может тейпировать и мама сама не может ставить каполин, значит, они будут приходить каждый день. Если у ребенка форма ногтевой пластины меняется, при этом воспаление боковых валиков идет, что в таких случаях мы можем сделать? Форма ногтевой. Смотрите, у детей ногти формируются до 5 лет. То есть сейчас говорить о том, что вот у него сейчас будет вот такая вот форма ногтей всю жизнь, нет. До 5 лет форма ногтей формируется. Поэтому здесь опять же правильная гигиена. Исключить давление извне в виде носков, в виде слипов, в виде ползунков, в виде непонятной обуви. Раз. И, соответственно, правильная гигиена. То есть подпиливать уголочки и по форме ногтевого ложа. И опять же, ну, каполин, каполин вам в помощь, лигозан вам в помощь. То есть нужно разграничивать. Мы не пытаемся сделать ту или иную форму, которая нам нравится, да? Мы пытаемся помочь сформироваться ногтевой пластине. Девочки, поймите. Почему мазь баниоцин, не порошок? Ну, здесь... есть либо мазь, либо баниоцин, все, что найдете. Допустим, у нас в Казахстане, именно в Караганде, в последнее время мази нету, есть только порошок. Поэтому либо мазь, либо баниоцин, здесь они не принципиально. Но опять же, все это делаете, раневой процесс, как мы ведем, да, первую неделю наблюдаем, если у нас ничего не проходит, значит, либо что-то мы делаем не так, либо 80% случаев делают не так дома. Угу. То есть мама, родители могут говорить, да, мы делаем, а на самом деле там перевязка может делаться один день, один раз в день, и все на этом. То есть здесь строго учимся правильно разговаривать с родителями, доносить информацию. Кайланиха, если не... Так, я имею в виду ложкообразные ногти. Да, ложкообразные ногти, кайланиха. Здесь только мы, получается, подстраиваемся под эту форму. Мы не пытаемся создать какую-то форму, которая нам нравится. Мы подстраиваемся. Девочки, вспоминайте, что я говорила. Марис, выключи газ. Форма ногтей зависит. Почему сейчас кайланиха, да, кайланихия ложкообразна? От наличия витаминов в организме. Кормят ли грудью ребенка или нет? То есть какие витамины в организме у матери? Какие есть сопутствующие заболевания? То есть гемоглобин. Это все вы собираете в анамнезе. Перевязка в данном случае должна быть 3-4 раза в день. Лигозан, к сожалению, в продаже у нас нет, мы его тоже покупаем у российских коллег. Составы мази нужно изучать, у них в основном в составе вазелин. Он не дает, особенно при влажных ногах, не дает быстрой динамики. Нужно менять на другое средство. Да, конечно, девочки, все нужно изучать, все нужно пробовать, все нужно
читать обязательно нужно, думать. У нас очень думающая профессия. И работать регламентом, да, какими-то четкими указаниями, инструкциями, это не про нашу работу. Мы должны думать, мы должны пробовать, и, соответственно, мы должны постоянно изучать. Какая температура в сухожаре? Ну, смотрите, мы сухожаром не пользуемся, у нас автоклав, да? То есть там 134 градуса паровой. А в сухожаре вы можете обычно, как в принципе, попробовать, как инструменты жарите. Это материал, с ним ничего не будет. То есть также в крафт-пакет мы ложим, именно в крафт-пакет, да? И, соответственно, пробуем. Честно, в сухожаре не пробовала стерилизовать, но именно в этом крафт-пакете вы в сухожаре не используете. У нас автоклав, там 134 градуса, но также вы можете использовать и в сухожаре, опять же говорю. Так, девочки, завершаю эфир. Думаю, что было...